приветствую вас на своем канале. Сегодня немножко покажу и изготовим, я думаю, уловистую ловушечку для раев пчел. Изготавливать будем из ДСП, из старых кусков. Один минус и недостаток в этой ловушке будет то, что она будет по весу немножко тяжеловатая. Но если это все возить на машине, то никакого труда большого не составит. Все, смотрим дальше, не переключаемся. Давайте немножко пробежимся по размерам нашей будущей ловушки. Значит, высота ловушки будет 58,5 сантиметров. Ширина боковых стенок, передние и задние стенки, ровно 30. И вот уже отпилил боковые стенки, 32 сантиметра. Почему, скажете, по длине 58, значит, вот этот кусок был по длине, и я его решил не портить, 58 сантиметров с половиной. В дальнейшем нам это пригодится, покажу, по какой причине такая высота. Сверлим отверстие под шурупы. Вот таким вот сверлышком, где у нас производится сразу зенковка под шляпки саморезов, и они получаются за подлицо, не будут цепляться. Вот такая вот получается аккуратненькая дырочка. Делаем разметку, размечаем, где будем скручивать. И потом всю конструкцию скручиваем воедино. Ну вот, скрутили мы основной каркас. Вот у нас что получилось. Ну и теперь, когда каркас собран, замеряем вот это вот расстояние здесь, здесь. И выпиливаем сюда донышко. Выпиленное донышко будем становить вовнутрь, не наверх, потому что при скатывании воды по стенкам, как правило, вот эти торцевые углы на ДСП, они спучатся со временем. Также оно будет скатываться, и, соответственно, будет все нормально. Донышко помещаем вот так вот вовнутрь. Вот так вот вовнутрь. И то же самое сверлим отверстие под саморезы и прикручиваем. Донышко прикрутил, готово, выпилил будущую крышку. Она просто будет идти без всяких этих самых. И здесь то же самое на саморезы. И вот такая вот получается петрушка. По бокам, не заморачиваясь, прикрутил планочки с одной стороны и со второй под рамки. То есть, как вы уже, наверное, догадались, это ловушка будет на узко-высокую рамку. Но так как у меня улика вот такой конструкции нет, соответственно, изготавливать рамочки отдельно тоже никакого смысла. Значит, я беру простую додановскую рамку. Вот это с прошлого года с ловушки. Такая бодяга. И вот она у нас получается становится в ловушку. Становится в ловушку вот таким вот образом. То есть сделал вот такие вот переходники, вот такие планки. Вот такие планки. То есть получается, не портя рамку додановскую, просто прикручивается вот таким вот образом на два самореза сбоку. И получается, устанавливается без вопросов. Снизу между рамками, почему 58 сантиметров с половиной, с учетом донышка, подрамочное пространство получилось 10 сантиметров.
Вот так аккуратненько устанавливаются рамочки. Здесь из подручных отходов сделал две планки. Для закрепления. То есть то же самое, дырочки просверлил, чтобы не лопнула эта реечка. И потом все это дело на саморезую каждую рамочку, то есть уже никуда ничего прыгать не будет. По литку снизу, там где заканчиваются рамочки, сделал вот такой вот литочек перьевым сверлом 20-кой и поставил вот такую вот китайскую заглушку, где отпадают всякие вопросы с сетками и так далее. Закрыл, на вентиляцию поставил и перевози куда угодно. Дополнительные вентиляции в ловушках в прошлом году делал. Как таковая не понадобилась эта вентиляция. Могу сказать одно, что если возить, конечно, за 100 километров, возможно, она и нужна. В противном случае, в прошлом году у меня стояли за 30 километров самые дальние ловушки. При перевозке практически, сами понимаете, перевозим уже практически, можно сказать, ночью, потому что забираем раи после, когда пчела вся соберется уже, считай, потемну. Соответственно, сколько раз привозил оттуда раи, никакого проблемы, никаких заморочек. На улице 30-градусная жара, в машине доезжают без проблем. Одно вентиляционное окошечко получается через литок. Все. Так что запариться и так далее и тому подобное, но практически, я считаю, это невозможно на близкие расстояния. Я говорю, за 30 километров привозили, никаких проблем. А если и того ближе, до 5 километров стоят ловушки, и даже париться не нужно, изготавливая вентиляционные отверстия и шахты. Вот такая вот получилась наша ловушка. Здесь наверх на планочке будет ложиться холстик, как обычно я ложу холстик, и потом клеенки, и потом это все клеенку ложится на холстик, чтобы туда не попадала влага. По прошлому году проэкспериментировано. Закрывается вот так вот крышкой и на саморезы наглухо прикручивается. Сверху сюда прикручивается, я прикручивал ремни, чтобы можно было переносить. Ну, в противном случае сюда можно прикрепить ручку. Взял и понес. И получается вот такая вот конструкция. Ну, как я уже сказал, один недостаток в этой ловушке, то, что из ДСП она тяжелая. С ДВП, конечно, они легенькие. Но по прошлому году то же самое, одну ловушку обновлял, гардеробчики делал из ДСП. Но там чуть-чуть конструкция есть там на канале, другая. Но один большой плюс, то, что эту ловушку можно собрать практически за 15 минут с распиловкой и скручиванием всего каркаса. Не надо никаких отдельно каркасиков из брусочков делать. Когда это я занимался, показывал уже. То есть проблематично реечки, брусочки и вся остальная бодяга. Здесь же выпилил 6 определенного размера кусков ДСП, между собой их скрутил, проблем нету. Но у каждого свое мнение, свои какие-то процессы изготовления. Но я сделал вот так. Может быть, кому-то будет полезно, особенно для начинающих пчеловодов. Но у меня не было такого формата на узко-высокую рамку ловушек. В этом году решил изготовить несколько таких ловушек и посмотреть, в какие же ловушки будет заходить рой лучше. Но на этом, наверное, все нюансы и тонкости я рассказал. Все, оставляем свои комментарии. Все, друзья, всем добра и удачи. Всем пока.